Каким вам запомнился уходящий год? Он страшный очень. Это еще на меня произвело какое-то глубокое впечатление. Юмор здесь главное. Чувство юмора и легкое отношение к внешнему миру, да, но через призму колоссального опыта. Не задумывалась об этом. Да, сейчас только положительные эмоции, да. Какой костюм вы планируете надеть на новогодний корпоратив? Да, что угодно, хоть Бабу-Ягу, честно говоря, все равно. Дед Мороза. Халка. Как вы бы описали Робина Гуччи? Ой, ну это мужчина такой, знаете, мистический совершенно. Он обладает какой-то невероятной харизмой и притягательностью. И, не знаю, это вот совершенно мой идеал. Ну, это демоническая несколько личность, очень завораживающая, но при этом чувствуется очень глубокое такое знание человеческое. Мне кажется, что он, с одной стороны, очень сложный человек, но, с другой стороны, очень надежный и действительно интересный. Опишите нашего директора по продажам. Он наделен добротой, непосредственностью, искренностью. Он гениальный, он быстро принимает решения. Ну, вообще, вы знаете, честно говоря, мне больше нравится Джонни Ды. Слушайте, ну это гениальное перевоплощение в человека, который, с одной стороны, на сильном самоконтроле. А вы любите своего руководителя? Кто ж его не полюбит такого? В двух словах опишите характер вашего директора по маркетингу. Сдержанность, но внутри страсть. То есть внешнее спокойствие и... Но видно характер сразу. Вот. А внутри, да, бушует что-то. И очень такой... Видно, что человек полный и с интересными мыслями. Как вам Дмитрий Прохоров? Ну, знаете, он такой очень юморной дядечка. Да, я люблю сама посмеяться, пошутить. И он такой очень, очень веселый, поэтому... Близок мне, наверное. А что вы можете сказать о вашем директоре по корпоративным вопросам? Очень харизматичный. Ну, мне нравится, как вот мужчина. А как вам Василий Власюк? Да, ощущение, конечно, складывается, что он именно человек такой с философским взглядом на жизнь. Вы знаете, он очень разный. Скажите, пожалуйста, как вам директор по персоналу? В красотках, в первую очередь. Эстетичная, элегантная. Мне нравится ее улыбка. А у вас есть в отделе подпольные прозвища? Крошка енот, свинка Пеппа из современных, скажем так. Кто у нас еще есть? Маша и Медведь. Как вы представляете себе нового генерального директора? Мужественный, заботливый, красив, хорошо сложен. Хотя, на мой взгляд, это не главное. Главное, чтобы человек был хороший. Брутальный мужчина. Наш веселый мужчина, полный расцвете сил. Наверное, крокодил. Ой, крокодил, волк. Волк из «Ну, погоди». Ваш совет новому генеральному директору? Сохранять спокойствие, силу, быть умным. Вот. Даже если безвыходная ситуация, не терять головы. Наверное, ну, для меня приоритет, это, конечно, ум в первую очередь. Да. Но это надо закрывать, как бы это... Белые пятна в жизни. С чувством юмора, чтобы было обязательно тоже. Это важно. Как вы себе представляете первую встречу с новым генеральным директором? Так я же такая буду замотивированная. Я прям буду выполнять все проекты просто лучше всех, чтобы он заметил, оценил, похвалил.